Всех приветствую! Сегодня я расскажу, как определить фазу 0 из заземления не в розетке, а в распределительной коробке. Вот здесь собрана простая схема. Схема содержит подключенную розетку и, соответственно, контур выключателя и лампочка. Ну, вот у нас торчит тут 4 провода. Нам надо определить фазу 0 и заземления. Вводные именно. Именно вводные. Для этого берем индикатор на отвертку. И поочередно смотрим начало, надеем на нем фазу. Так, вот тут фаза. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Затем берем мы привычную контрольную лампу. Лампу накаливания с патроном. И фазной мы нашли. И поочередно касаемся к остальным проводам. Так, покажу сейчас. Так, горит вот это вот. Это нулевой проводник. Это у нас провод, идущий на лампочку. А это у нас провод заземления. Вот таким способом мы определили, какой провод куда идет. Выключатель в выключенном положении. Повторяем. Берем контрольную лампу. Так. Это у нас фазной. И касаем фазного и остальных. Вот и все. Выбивает это у нас заземление. А что если будет у нас индикатор показывает, когда вторую фазу. Вот включенный выключатель у нас. Вот. Сейчас введу УЗО. Вот видите, сейчас у нас помимо этой фазы будет еще одна фаза загорится. Вот она. Видите? Это когда у нас включен выключатель. Как отличить настоящую фазу, которая вводная фаза, от фаза, которая идет с выключателя? Очень просто. Подавляешь в большинстве случаев на вводной фазе имеется больше двух проводов. Подавляешь в большинстве случаев, запомните, три и больше провода. В данном случае видите три провода, а тут два провода. Это промежуточная цепь, которая у нас, соответственно, идет с выключателем. Поэтому в замкнутом положении у нас тоже фаза здесь тоже будет. А вводная фаза, запомните, она находится, соответственно, с большим количеством проводов. И также рабочий ноль тоже. Видите, три провода, не два. Ну, заземление у меня, потому что розетка соединена. Поэтому вводные, как правило, фаза 0 из заземления имеет больше двух проводов. Как правило, скрутка там или соединение имеет там 3-4 провода. Ну, они соединены сразу. А промежуточные линии, допустим, выключателя, допустим, у нас имеет, как правило, подавляют два провода. В общем, по этому ориентируйтесь. Ну, если лучше всего, конечно, выключить все выключатели. И в отключенном положении вы можете определить провода, которые идущие с выключателя на лампочке. Вот, повторяю, вот так вот. Взять контрольную лампу, привернутые лампочки, вы определяете, соответственно. Видите? Вот так. Сразу видно, что провод идет это с выключателя. В общем, таким нехитрым способом вы можете определить фазу 0 из заземления при, соответственно, распаечной коробке. Вот я показал. Напоминаю, что больше двух проводов, подавляешь в большинстве случаев, это и есть как раз фазной и нулевой и защитный проводник. А промежуточный обычно имеет два провода, то есть выключатель. В выключенном положении выключатель вы можете определить, какой провод именно идет на освещение. Вот видите, в данном случае я поставил контрольную лампу, у нас загорелась лампа в какой-то комнате. Это есть, соответственно, идет провод, идет, соответственно, конкретно на конкретную линию на лампочке. В общем, понятно. Итак, повторю, для начала вы контрольную лампу находите, индикатор отвертки находите, соответственно, фазу, потом, соответственно, ну, наибольшее количество проводов, которые больше двух, короче, это есть обычно вводная фаза. Потом, соответственно, контрольной лампы касаетесь фаза, допустим, и другой проводник. Если будет лампа гореть полный накал, это у нас рабочий ноль. Если у нас выбит УЗО, это у нас земля. Но если у нас загорится, соответственно, лампочка конкретная, какой комнате, это идет, соответственно, на освещение с выключателя. В общем, таким нехитрым способом можете вы определить, допустим, на какую линию, какой комнате, да, у нас, соответственно, идет вот провод вот этот вот. Соответственно, лампа будет гореть. В общем,
Вот таким нехитрым способом можно определить провода, идущие, соответственно, с распашной коробки куда. Ну, на розетке, как правило, они параллелятся. Так что все розетки, которые наводные, они садятся параллельно. Поэтому здесь ничего такого нету такого. А выключатели, да, они промежуточные линии есть. Ну, вот таким способом при отключенном выключателе вы можете определить провода, которые куда идут. Ну, в общем, у меня все. Всем всего доброго. Ждите новых видео. Пока.